Первый мост, восстановленный после боевых действий. Во время спецоперации украинские силовики уничтожали транспортные переправы, взрывая их. На прямую связь со студией из Горловки выходит наш специальный корреспондент Сергей Давыденко. У него все подробности. Сергей, приветствую. Ну, расскажи, как долго шли восстановительные работы? Да, Артур, приветствую тебя. Сегодня действительно большое событие для жителей Горловки, потому что этот мост, который вот был взорван, мы сейчас можем это показать, параллельно новому мосту. Этот старый мост был взорван ровно год назад, когда украинские силовики пытались зайти в Горловку, и силами ополчения было принято решение уничтожить, дабы не дать противнику занять позиции здесь уже в черте города. После реконструкции открыли первый мост, который ранее был разрушен обстрелами украинских силовиков.